по-быстрому суд. Я не знаю, сколько он занял. 3 минуты, 15 минут, я не знаю. И все. И после этого, насколько я понимаю, опять же, предполагаю, вот у нас у всех такая позиция сложилась, что ну, Эвана уже увезли отсюда с постановлением о назначении ему ареста. Прикрытием журналистской деятельности, визы журналистской аккредитации, человек, судя по проведенным мероприятиям, и им, и в отношении него, он занимался совершенно иной деятельностью. Поэтому я сейчас читаю много материалов западной прессы, что вот у него была аккредитация МИД, соответственно, он журналист. Не-не-не, он заявился в этом качестве. Like to make it clear that it is not safe for U.S. citizens to be in the Russian Federation. Any U.S. citizen residing or traveling in Russia should depart immediately, as stated in our latest travel advisory.